Ви знаєте, якесь дивне ставлення до соціальної реклами. Вона начебто і є, і ми кожного дня її бачимо, і якось сприймаємо її не дуже серйозно, як мені здається. Це може для заповнення якихось ефірних пауз і так далі і тому подібне. При цьому є дуже хороший і великий досвід зарубіжний, коли соціальна реклама дійсно відіграє. Не можна сказати, що в нас взагалі немає хорошого досвіду. Якщо ви читали останні статистичні якісь відомості, по-перше, в нас дуже хороша новина – зменшилась захворюваність на туберкульоз. І, звичайно, що казати, що це саме вплив, саме ефект соціальної реклами, було б не зовсім вірно. Але у сукупності, в інтегрованій такій площині соціальна реклама своє слово сказала, і я з задоволенням можу нагадати, що минулорічний фестиваль соціальної реклами ми проводили разом з Фондом розвитку України і саме проєктом «Зупинимо туберкульоз в Україні». В нас нарешті зменшилась кількість курців в державі. Замість 7 мільйонів ми зараз маємо 5. Тобто соціальна реклама щось відіграє. Але, на мій погляд, цей вплив був би ще значно більший, якщо б соціальній рекламі приділялося на вищому. Откуда я знаю практичну сторону? Діло в тому, що от наш проект «Біржа соціальної реклами» – це фактично такая организация, которая помогает некоммерческим организациям и государству сделать качественную социальную рекламу, привлекая ресурсы лучших рекламных агентств Украины. То есть мы являемся своего рода посредником. К нам приходят некоммерческие организации, государственные организации, говорят, мы хотим делать социальную рекламу, такие у нас проблемы, что нам делать? Мы их консультируем, рассказываем, каким каналам коммуникации лучше использовать. Хотя иногда даже бывает, что мы, пообщавшись с ним, понимаем, что им социальная реклама не нужна. Бывает такое. Но когда мы понимаем, что им нужно делать конкретно, мы помогаем составить им бриф, который мы рассылаем ведущие рекламные агентства страны, и они уже, из них, как правило, кто-то соглашается разработать какие-то идеи бесплатно. Вот. После того, как идеи сделаны, клиент, вернее, дальше, в нашем случае заказчик, выбирает то, что больше подходит, мы часто можем порекомендовать, и после этого уже можем запустить в производство материалов и попросить, чтобы их бесплатно разместили. То есть по факту мы помогаем сделать социальную рекламу фактически бесплатно. Оно вот вроде звучит все так как бы плавно, но я, наверное, хотел рассказать по поводу того, какие есть проблемы. Компаний, на самом деле, мы вот за 5 лет существования сделали немало, это порядка там 50 компаний, которые вы многие из них видели в наружной рекламе. Какие есть проблемы? Ну, проблемы, наверное, первое, то, что не всегда можно бесплатно разместить социальную рекламу. Мы можем размещать в наружной рекламе, на наружных носителях социальной рекламы, потому что есть определенный стимул для владельцев счетов размещать социальную рекламу, потому что они платят меньше налогов, чем если у них просто есть пустующий щит. То есть нам дают как бы остатки от коммерческого размещения. Ну, хорошо, на том спасибо. С телевидением сложно, потому что если брать национальные телеканалы, крупные, как правило, не все забито рекламными роликами. Вот. И если можно куда-то встать, там только ночь, но ночь все равно никто не увидит, поэтому фактически могу сказать, что на больших телеканалах социальной рекламы нету из-за этого.